Вот такую сложную жизнь прожил Рублев, монах, который был обучен в монастыре Святой Троицы, Троицкой Сергиевской Лавре, и был воспитан Сергием Радонежским. Но прожил жизнь совершенно иначе, не так, как его учили. И пришел к той же мысли, которую ему преподавал отец Сергий, но только после того, когда прожил жизнь.